20 декабря – важная дата в истории Ивановской пожарно-спасательной академии. Традиционно именно в этот день чествуют выдающихся курсантов и преподавателей, нынешних и тех, кто стоял у истоков учебного заведения. Сегодня мероприятие, хотел бы сразу сказать, оно у нас уже традиционное, проходит в шестой раз под названием «Связь временных поколений». Тема сегодняшнего мероприятия – «Герои спорта». Мы проводим накануне Дня спасателя, именно 20 декабря. Это дата выхода приказа министра внутренних дел о создании в 1966 году Ивановского пожарно-технического училища. Вот в этом году юбилей мы отпраздновали. И вот мы решили собрать именно героев спорта, тех, кто своим спортивными достижениями внес вклад в славу нашего учебного заведения. Спорт в пожарном деле немаловажен, ведь именно от хорошей физической формы спасателя зачастую зависит жизнь и здоровье людей, попавших в беду. Кроме того, спорт воспитывает упорство и трудолюбие, качества необходимые, чтобы стать лучшим в этом нелегком и опасном ремесле. Среди чемпионов – мастера спорта мирового класса, обладатели медалей высшей пробы, в том числе международных соревнований. Тем, кто внес свой весомый вклад в спортивную историю вуза, вручили памятные награды. Но праздник не случайно называется «Связь времен и поколений». Среди спасателей-спортсменов есть настоящие династии. Алексей Васильевич Самсонов – мастер спорта СССР по пожарно-прикладным дисциплинам. Тренер, воспитавший не одно поколение чемпионов. Он точно знает, как достичь высот во всех смыслах. Горбом, трудолюбие. Горбом. Таланты – это хорошо, но если нет работоспособности, полной отдачи, талант погаснет. Еще одно достижение Алексея Васильевича – его сын Дмитрий, тоже мастер спорта. Отец стал для него не только примером стойкости и усердия. Первый тренер мой, который дал мне основы техники и, в общем-то, все основное. Вот, и тренировал меня, начиная, наверное, мне было лет 10, когда мы начали тренироваться. И до окончания училища тогда 20 лет мне исполнилось практически. То есть 10 лет он меня тренировал. В спортивных династиях все понятно. Дети с малых лет стремятся быть похожими на выдающихся родителей. Потому-то и важно, чтобы ветераны спорта были на виду у курсантов академии, чтобы на примере состоявшихся чемпионов и молодежи было к чему стремиться. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.